Так, ми їдемо. Куди ми їдемо? В лабіринт. В лабіринт или нет? Грається. Ну, сейчас мы опять посмотрим окрестности. А вот тут такая, да, и мальчика. А вот тут вот такая вот горочка. Стоп, 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 стоп. Так. Тут ход, пожалуйста, к этим. К батуту. Давай к батуту. Ой, не к батуту, а к этому вот. Вот этому вот лабиринту. Вот. Простите, если вы это услышали. Вот такая вот горочка. Сейчас я залезу, и мы продолжим. Так, в общем, я не знаю, как залезть на эту горку. Надо на один этаж вниз. Тут, ай, больно. Все время стукаюсь под потолок. Давид. Мы идем на горку. И вот опять подъем. Окей. В общем, я потерялась, сейчас меня Даша пойдет искать. Сейчас она ко мне придет. Спасительница. Вот она, спасительница. Спасительница. Пошли. Я тут плутаю уже долго-долго. Наверное, уже минут 15, если честно. Я рисую речку, Даша, подожди, я сюда уже ходила, это там тупик. Проходите. Они, в общем, играют. Сюда я тоже проходила. Ай! Так, мы идем. А, все! Сейчас мы скатимся. Так, мы расстилаем. Давай мне. Я хотела. Ну ладно, потом принесешь. Давай. Теперь она сейчас принесет, и мы продолжим. Раз, два, три. И она принесла. Давай, пустили, пожалуйста. Эй, давай я. Ну я еще. Даша, по очереди. Так, мы так можем перевесить. Ну ладно, в общем, мы едем. Давай. Все будет хорошо. Вот так. В общем, а я вон там вот где-то плутала. Меня чуть не задавили. Вот такой вот. И мы встретимся, когда я буду уже дома. Так, мы отсюда выходим. Мои топульки. А это мама. Мама, улыбнись. Улыбнись. Да. Ну-ка на кепку свою забери. Улыбнись. На шкафчик. Это что? Шкепку свою еще. Шкепку? Ну, я не знаю, что такое бывает. Окей, вот. А как? Как? Вы откройте мне, дайте мне мою кепку. Все, что? Такая кепочка одна лежит. Все, надеюсь, все. Встречаемся дома. И вот она, наша машина. На ладошке у меня машина. И вот он, папа. Улыбнись. Мое место. А папа, я чино. Ой. А сейчас я вам покажу дорогу. А, да. Привет. Ой, папа. Ну ладно, так тоже сойдет. Сейчас вы увидите всю дорогу. В общем, приходите в джамп. Вот это тут, вот эти вот штуки, это батут этот. В общем, джамп. В общем, давайте смотреть дорогу. И мы проедем машину, мы про. Там моя поняшка. Вот. А это я. Ну, это тоже я. Сейчас. Ну, так вы говорите как-нибудь уже. С чего-нибудь начните. А, вы меня видите? Нет, вы меня не видите. Ой. Ой. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вы меня не видите, да, у меня вспышка не включена. Вот так. Да, кстати, вот такой вот браслетик. Джамп, тут написано, блин, дурацкое слово джамп. Такой браслетик, у меня весь размок. От картошки фри.
Итак. За эти же деньги, что ли? О, следите на камеру. Вот так, у меня 10%. Это церковь, да? Вот это. Молитвы. В общем, какое-то здание такое-то с крестом. Ой, мы в пробке. У меня сейчас чуть видео не закончилось. Вы представляете? А там они уже четко собрались покупать? Или они там тоже еще, в общем-то, просто они так давно? А это дом? Это не наш дом. Интересно, это какой этажный дом? 12 или 16? Хорошо, в этом большом доме 14 этажов. Пример, да? В этом, по идее, 12. Скидка, она как ничего не отваливается, и она уже сразу... Лайк, кто хоть раз видел такой знак. Остановка, машина, обычная машина, знаки, кочка, ножки, пробка, разрисованный дом, пятерочка, пятерочка, в общем, вот тут написано, пять, пятерочка, дурацкие кочки, хотя я их очень люблю, да, да. Ларьки, которые почти закрылись. Я обожаю кочки. Люблю подпрыгивать. Особенно на первом месте. Вход в уличные обуви туда запрещен. И со своей едой и напитками вход в клуб запрещен. Вам, наверное, не видно, но я вам прочитала. Вот такие вот картинки. Хотя тут будто бы техника, но тут еда. Комната для праздников. Автобус. Связной, там, где мою камеру, мою маленькую, телефончик мой покупали. Да. Автобус, скажи привет. Сбербанк, МТС и все такое. Супермагазин. Пам-парарам-пам. Перекресток. Овощи, фрукты, морепродукты, фермерское мясо, свежее молоко. Красный свет, прохода нет. Все по 200 рублей, там и 400 одежда стоила. Ладно, сейчас я тоже так и за этим домом наш дом. Или он. Ну, короче, две новости. Бассейн. Вот он наш дом. 9-й этаж наш. И сколько она готова? И, ой. 50 тысяч. Вон там наш. Ну, 4-500 тысяч. И сейчас я буду в дома. Раз. Знаешь, она чисто два. Будет Р.